Новинка от фирмы Lorelli, называется автокресло-навигатор от 9 до 36 килограмм. То есть использовать можно от года и до 145 сантиметров роста ребенка. Неплохой бюджетный вариант, то есть у автокресла используется перфорированный материал, максимально дышащий летом. Также дополнительно идут вкладыши, пока ребенок маленький, который его дополнительно поддерживает. На будущее ремни можем регулировать по высоте в трех положениях. То есть по мере роста ребенка широкие накладки на ремешки, плюс они мягкие, то есть нагрузка будет снижаться. В дальнейшем, когда убираются все вкладыши, кресло становится широкое, регулируется подголовник под рост ребенка. Кстати, подголовник, в отличие от других кресел, он здесь достаточно мягкий. То есть мягкие боковой поддержки и сзади подголовник, он такой комфортный. Плюс есть наклон за счет спинки сидения в автомобиле. То есть, если регулируется спинка, можем раз и сделать полулежачее положение. То есть, насколько позволяет наклон спинки. В дальнейшем, по стандарту, после 18 кг внутренние ремешки мы демонтируем. И через специальное ушко, сделанное в подголовнике, кстати, оно зеркальное с левой и с правой стороны, фиксируем ребенка, как взрослого, штатным ремнем. Вот таким образом, регулируя подголовник так, чтобы расположение ремня шло по плечу. В дальнейшем, по желанию, можем отстегнуть верхнюю часть спинку, бустер останется. Также сразу в комплект входит вот такой вот регулятор. То есть он регулирует расположение ремешка. Когда мы разбираем до бустера, штатный ремень продевается через него и регулируется выше либо ниже, чтобы ремень шел по плечу ребенка. По стирке полностью весь чехол можем снять, постирать, так как он на резинке. Также внутри дополнительно идет поролоновая вставка, то есть бустер, он сам по себе достаточно. В принципе, все.